Приветствую всех, дорогие друзья, вот и закончился сезон у нас в Clash Royale. Я не могу его назвать сложным, потому что 5844 в первый раз я взял практически без поражений. Что происходило дальше, это уже какой-то полный трэш, кошмар, я начал менять колоды и, ну, уже после тильта я не смог выйти. Знаете, это как попал в шторм, все, меня унесло, я не мог вернуться к берегу, поэтому... 5800 я взял и после этого больше рекорд не перебивал. Но на этом же мы не останавливаемся. Вы посмотрите на мои кубки. Мне сбросили кубки до 4700. Раньше мне сбрасывали до 4300. Сейчас 4700. Соответственно, в топе сейчас, наверное, сидят там где-то около 5... Может, я не знаю, на сколько они там... На 5500, может, все сидят уже. Либо на 5800. Короче, я думаю, что в этом сезоне мы должны с вами поднять 6к. Обязательно подпишись, обязательно поставь лайк. Ну и помимо моего сундука, мы сегодня еще откроем сундуки, естественно, абсолютных чемпионов. Поехали. Итак, мой драфт сундук. И вы, думаю, знаете уже, какие леги мне нужны, поэтому не буду уже... Давайте сами напишите в комментариях. Заодно проверю моих самых активных зрителей, которые сидят за моим каналом. Напишите. Ну, конечно, вы можете считерить, посмотреть, когда уже выпадут леги, да. Но напишите, прежде чем выпадут не легендарки, как вы думаете, какие мне сейчас леги нужны? Вот, опа, вот и леги. Я думаю, что, возможно, даже может быть две легендарки сразу, x2, то есть. А мне нужен... О, боже. Мне нужен был шахтер, либо бандитка. Я возьму магического лучника, потому что ледяной колдун у меня уже на максимум. Эпики без разницы, там, где больше золота. Так, отлично. Ну, сундук. Ой, ой, какая красота, какая красота. Дайте я за это, дайте я сделаю скрин. Спасибо, спасибо. Оп, и сбрасываем. Ой, блин, ну реально красиво, очень красиво. 4700. Я реально, вот редко, но я доволен вот этой обновой. Вот это то, что они ввели вот эту систему, новую сброса кубков. Это реально очень классно, это реально немножечко вдохновило, это оживило глобал, уж поверьте. Мне очень было интересно и азартно играть, поэтому я надеюсь, что суперселы будут еще что-нибудь придумывать, будут добавлять какие-то лиги, еще что-нибудь. Давайте обнову суперсел, мы ждем, мы хотим, чтобы Clash Royale снова ожил. Итак, что у нас здесь? Королевская арена, оу... Блин, 100 тысяч золота, легендарный сундук. Зачем, блин? Зачем вы меня... И два раза могу купить. 200 тысяч золота! Короче, давайте так. Я после этого видоса запишу ролик, как я покупаю этот сундук. Гоу, 3000 лайков. 3000, ну 3000 это... Раз тысяча, два и три. Три раза по тысяче. Вас смотрит намного больше. Давайте, лайкайте. Я записываю видос, задоначу, открою, выбью две лиги. И, возможно, даже сразу же и королевский задоначу. 250 тысяч золота я выбью. Три ляма будет. Ух, это прям аж... Ладно, это будет в следующих роликах. Теперь поехали открывать сундучки на остальных аккаунтах. Итак, следующий аккаунт это мой твинк. Ну, уже скоро будет ваш. Основной аккаунт или твинк, не знаю. Я взял на нем 5.89, больше на нем не играл. Сегодня я его разыграю среди вас совершенно бесплатно. Если ты еще не участвуешь в конкурсе, я оставлю тебе в описании условия конкурса, если хочешь получить этот аккаунт. Давайте я открою, покажу, что за аккаунт, что здесь вообще за карты. Давайте рекрута возьмем. Опа, разряд. Три мушкета. Так, здесь вышибалу и легендарочки. Я сейчас расскажу, что за аккаунт, как я его разыграю, когда будут итоги, все это сейчас подробно, возьмем бревно, потому что новая карта. И результаты сезона скидывает нас до 4400, прикольно, а так бы раньше скидывал до 4к. Значит, аккаунт, о, тут тоже вот эти спецухи все. Аккаунт выглядит следующим образом, колода практически фул. Все остальные карты тоже нормально доступны на... Нормальные уровни, но надо прокачивать его. Значит, сегодня же, я не знаю, когда вы смотрите ролик, понедельник, 6 числа, 6 августа, этот аккаунт будет разыгран на стриме. Я проведу турнир, во-первых, на 10 тысяч гемов на стриме, обязательно приходи. Вот, и в конце стрима я его разыграю. Тебе нужно всего лишь подписаться на канал, добавить меня в друзья ВКонтакте, подписаться на Инстаграм и сделать репост ВКонтакте. Все, в общем, условия в описании, принимай участие, сегодня заберешь аккаунт этот, ну, если выиграешь. Так, ну что, все, я с этим аккаунтом прощаюсь, это, наверное, а нет, еще последний раз зайду, когда буду проводить турнир. Ладно, едем дальше. Итак, ребята, следующий аккаунт Крет, здесь 6700 кубков, и на самом деле я думал, что будет сегодня намного больше открытий с абсолютного чемпиона, потому что...
На один аккаунт вошел, там уже открыли, на другой аккаунт зашел, там забанили за нецензурную брань в клане. Короче, как оказалось, походу это единственный сундук будет за абсолютного чемпиона, но я потом еще посмотрю аккаунты, может быть у кого-то еще попадется. Но, тем не менее, хотя бы один сундучок. Это впервые открываю сундук абсолютного чемпиона, реально впервые. Я думаю, что тут все фулл, так же брать, как и мне все, то, что не прокачано. Ой, то, что... Блин, там надо было фриз брать. Надеюсь, он меня не казнит после того, как увидит это видео. Так, здесь ведьму. Опять не то взял. Ну ладно, я не знаю, надеюсь, ему золото надо. Ну зачем ему варварская бочка? С ней никто не играет. Х2, давай Х2 леги. Да, ну тут, конечно, безусловно, Х2 леги. Я возьму лучника, наверное, потому что, ну, мегарыцаря он не прокачивает, а лучника, как видим, он, наверное, ждет, потому что он его прокачал на третий уровень. Вот, и вот, блин, надо успеть сделать скрин просто. 6700, красиво, правда? Мне нравится. Окей, скинули здесь трофеи до 5300. В квестах у нас здесь ничего интересного. А мало ли, вдруг сейчас лего выпадет. Бывает такое, жаль, не на видос такие моменты происходят. Быстро прокликиваешь. Не успеваешь зафиксировать то, что падает лего, либо скрин сделать. Ну что ж, движемся дальше. А нет, погодите, я только хотел перезайти, и хозяин этого аккаунта попросил пропиарить клан. Друзья, конечно же, мне не впадло, заходите в клан 4300, если вы тоже тащер, если вы тоже хотите быть в топе, заходите, здесь можно как и наблюдать за атаками нормальных игроков, так и какой-то совет, возможно, вы здесь получите. У кого 4300 плюс, 4 места. Быстро в этот клан. Хэштег на экранах. А теперь движемся дальше. Итак, следующий аккаунт. А нет, тоже абсолютный чемпион. Я ошибался. Я думал, что у Гриши 5800 или 6100. А у него 6653. Красава. Это, этот сезон реально дал многим перебить свои рекорды. И дал вообще, знаете, такой шанс побывать в этих лигах хотя бы. Потому что, ну, не конкретно касается этого игрока, да. Или те, которые сейчас на... 6400, а многим другим, кто там ниже сидел, кто не мог никогда поднять 4900, там 5200, благодаря тому, что все ушли высоко, благодаря этому, игроки, которые были на кубках 4000, ну, пускай теря 5200, они смогли хотя бы там продвинуться, и с каждым сезоном им будет все проще и проще. Я восхищаюсь этим, потому что, блин, это классно, это реально классно. Ой, я, блин, забыл, тут Гриша определенные карты вывел. Значит, мушкет, валькирия, ледяной голем, разбойники. Окей, здесь, значит, неважно. Валькирия есть. Валькирия есть. Дальше. Мега-миньон, естественно. Так, сборщик. Ну, тут логично все. Отлично, сборщик на 10 уровень. Ну, здесь, думаю, неважно. Хотя будет лучше, думаю, фриз. Леги. Из легендарок бревно, ледяной маг, принцесса или шахта? Ну, это же бревно, да? Или это уже шутка, не очень, да? 4 из 20. Прикольно. 4 уровень, 4 карты и... 4 из 20. Так, берем молнию. Все. А, блин, все так быстро. И вот он, 6600. А прошлый аккаунт на скольких кубков был? Ну, я сделаю скриншот на всякий случай. Вдруг на этом больше. Я забыл просто, я... Что-то у меня с памятью не очень. Так, больше сундучков никаких нету. Спецпредложения у всех. Ну, я обязательно сразу же буду пилить этот видос. Так, у меня же записывается, да? Да, все записывается. Так, ну что ж, едем дальше. Поехали. И последний, друзья, аккаунт на сегодня. Это 6250 трофеев. Это большой чемпион. Поехали, открываем сундук большого чемпиона. Или он же так называется. Так, ну возьмем рекрутов, хотя они уже не актуальны. Надеюсь, их снова бафнут, потому что, ну зачем было вводить карту, а потом ее уничтожать. Кстати, я сейчас по привычке взял там, где сдает золото, ту карту, где дает золото. Я же не на своем аккаунте, я забыл. Так, тут дракончик. Я возьму шар. Я возьму шар. Кабанову возьму. И пеку возьму. И легендарки. Интересно, большому чемпиону дают две легендарки или так же, как и нам? Нет, тоже, как и нам. Ну, тут шахтер, очевидно. 8 будет из 10. Так, вот они, 6200 кубков. И сбрасывают его до 4900. Охренеть, ему не надо. Блин, как это классно. Я забыл посмотреть, что тут, короче, в этом.
А, 5500, всех скинули, ну, топов до 5500 скинули. Блин, это классный, раньше, блин, 4, опа, тут еще, ой, блин, красавчик. Давайте, давайте, давайте открывать. Что-то мало карт падает, так, гигант. Окей. Блин, я возьму Хога, да? Я возьму Хога, блин, я не знаю, трудно. Тут, естественно, яд и еще леги. Ярослав. Да, Ярослав. Ярослав молодец. Накопил сундучков. Так. Дальше, что у нас тут? Я так понял. Ага, краун чест. Легу, легу давай. Блин, для экшена не хватало леги. Серебряный, да, легу? Блин. Так, что у нас здесь? Что у нас тут? Давай еще, я так понял, клановый сундук. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Блин, как он долго начисляет кубки. Или тут не будет сундука? А, нет, здесь сундука не будет. И в грандах тоже нету. В общем, друзья, такой вот получился ролик по открытию сундучков. Это... А, кстати, кому интересно, какой декой Декстер взял. Вот он, это его авторская колода. Он с сезона к сезону играет одной и той же декой. Вот, я пытался к этой колоде играть, ну, блин, не получается. Надо будет, может, еще попробовать. В общем, друзья, я надеюсь, что в этом сезоне я подниму ту цель, которую поставил себе в прошлом сезоне. Вы меня в этом поддержите. Обязательно подписывайтесь, приходите на все мои стримы, следите за моими всеми роликами. Не напоминаю, что ставим 3000 лайков, я сразу же выпускаю ролик, где я покупаю вот эту спецуху. И мы еще с вами покатаем в глобале, увидим, что за игроки будут в начале сезона. Спасибо вам всем за просмотр. Всех люблю, целую, обнял и до новых встреч. Всем пока.